Сегодня приготовим пирог из слоеного теста с абрикосовым джемом. Для этого понадобится слоеное тесто бездрожжевое, абрикосовый джем, кукурузный крахмал и белок. Готовить буду вот в такой круглой форме, неразъемная, и тут диаметр идет 26 сантиметров. И для начала раскатаем один пласт. Переносим форму, ну и делаем по размеру нашей формы. Основа готова, теперь приступаем к начинке. Для начинки берем джем наш, смешиваем с кукурузным крахмалом, чтобы убрать лишнюю жидкость. Так, это в сторону. Теперь белок взбиваем до плотных пиков. Все, белок взбился. Теперь наш джем с крахмалом соединяли с белком. Перемешали и теперь все переносим на подготовленную основу. Опять откладываем в сторону и займемся верхним. Чтобы было удобнее перенести на тесто, я раскатаю на пергаменте. Сильно тонко раскатывать не надо, так как потом будем растягивать, и оно будет очень тонкое. Так, теперь нужно будет хорошо в муке и прокатываем. Чуть-чуть растянем немного. Так. Ну и попробуем перенести. Так.
смажем желтком. Духовку на 180 градусов вверх-вниз до готовности. Пирог готов, он выпекался 35 минут ровно. Все. После того даем форме остыть, потом вынимаем, посыпаем сахарную пудру. Все. Как бы делать несложно. И как бы пирог на быструю руку.